1972 год. Олимпиада в Мюнхене. В матче сборных СССР и Соединенных Штатов Америки решается судьба золотых медалей. Вот полная драматизма хроника последних секунд мюнхенского матча. Матч еще не закончен. 3 секунды до конца встречи, 3 секунды, табло было неправильное, еще 3 секунды игрового времени. Рано поздравлять олимпийских чемпионов, хотя они и пришли к тому, чтобы вновь отпраздновать победу. Матч продолжается. Еще 3 секунды игрового времени. Судьи просят команды вернуться на поле. 3 секунды до конца матча. Сейчас будет приведен в порядок, приведено табло. Все скатили с мест. Впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван Едешко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает